В Киеве всю эту неделю можно было посмотреть на горящий парламент. В одной из галерей выставили картину под названием «Последний день Верховной Рады». Здание охвачено пламенем, из окон выбрасываются народные депутаты. Художник изобразил и людей, которые случайно оказались рядом. Вот кто-то спокойно выгуливает собаку, и кто-то вовсе снимает пожар на камеру мобильного телефона. Автор полотна предпочитает не раскрывать свое имя на открытии выставки. Он не пришел, опасается за свою безопасность, а себя называет просто гражданин-художник. Впрочем, он все же объяснил свою радикальную живопись манифестом. Цитата. «Горящая рада – это не призыв, а настроение. Это непозволенная мечта. Устрица с лимонным соком, поданная в пупке Моники Белуччи». Кстати, по некоторым данным, картину уже пытались выкупить, чтобы потом ее уничтожить. Символично, надо заметить, в этом году Украина будет выбирать новый парламент.